Привет, народ, с вами Финаргот, хотя да, вот, судя по этому, вы можете меня называть и Черчесовым, ради которого я это делал, и Фредди Меркьюри, и Шраудом, и кем только не можете. В общем, пока эти усы остаются, не пугайтесь, можете сюда просто не смотреть. Как-то раз, знаете, я записывал уже видео, где у меня был прям крик души, у меня вырывалось все наружу, я не мог просто сидеть и молчать или еще что-то делать. Это повторяется касательно нового мода в Доте. Вчера просто играла сборная России, открытие чемпионата. Я гулял, тусил до утра, я до сих пор чувствую себя очень плохо. И мне ночью люди писали, что вот вышел мод, там нужно снимать, нужно снимать. У меня, к сожалению, не было возможности. Я вот проснулся, поиграл и понял, что ну это просто помойка. Ради чего нужно покупать Battle Pass в этом году, я вообще не понимаю. Я вот теперь абсолютно уверен в том, что если там Габин, конечно, не сделает 100 миллионов всяких сундуков подарочных и так далее, то призовой фонд не перебьет прошлый год. Потому что, ну, это ужас какой-то. Да, мод, на самом деле, в каком-то смысле веселый. Там нужно ходить, зачищать комнаты. Зона сужается, как в PUBG. Убивать другие тимы. Выиграть там 3 на 3 на 3 на 3. Это вроде как все неплохо и прикольно. Но за неделю вы можете получить максимум что-то там в районе 4000 очков, ну там можно и больше, в зависимости от вашего уровня Battle Pass. То есть вот, типа, так стимулирует увеличение уровня боевого пропуска. И все. Я вот как бы сыграл 3 игры, и третью выиграл. И как вы можете заметить, я вот получил там 3 с чем-то тысячи очков из там 4000. Не знаю, почему он пишет там 400 тысяч, когда максимум можно вот. В общем, это какая-то... Это тут лишние нули и так далее. В общем, максимум можно получить... Мне было 4 уровня, я там 3 получил. И все. Зачем мне дальше играть в этот мод? Типа, потому что он веселый. Ну и ладно. Я могу и в Ability Draft так играть, и в мутацию. Просто, я не знаю, в прошлом году даже вот, когда был этот Sealed Breaker, это реально была интересная кампания. И там можно было всякие артефакты получать, которые потом использовались во втором акте. И подарков там было больше в плане там уровней Battle Pass или еще что-то. А тут, ну, просто помойка какая-то. Мало того, что вот катакомбы эти, которые я не прохожу, ну, потому что, ну, я играю только на PG, и мне вообще пофиг. Джейд Бэйби Рошан мне в жизни не упадет. Да, тут можно, конечно, уровней много получать, но это просто All Hero Challenge немного в другом формате, где не обязательно там по очереди героев делать, можно выбирать там другие пути. С это мне эти неинтересные. Вообще, не просто... Ну, понятно, там не Габин, но условно Габин в этом году просто вытер... задницу этим боевым пропуском и вбросил его нам, типа, на, пожалуйста, поедайте. Но это невозможно, это просто ужас какой-то. Пишите свое мнение в комментариях. Я, кстати, скорее всего, сейчас пойду стримить этот самый мод, потому что, ну, надо постримить, что-то поделать. Я сегодня как раз забирался стримить. Может, единственное, потом с Доты перейду на Jurassic World Evolution. У меня там последний остров уже открыт. А вы обязательно пишите в комментариях ваше мнение. Ссылка на стрим есть в описании. С вами был Финаргот, и пусть победит сборная России.